Всем привет от нас с Кузенькой. И вот представляете, мы какие красавчики стали. Да, наконец-то Кузя теперь хоть ухоженный ходит. Красавчик. Ой, Кузя. А я все думаю, для чего мы эти туи посадили? Они так разрослись. Ага, нос хорошо чесать. Я поняла. Ну, чеши носик. Ой. Представляете, какой Кузя у нас теперь вот такой вот весь причесанный. Кузя, у тебя тут кто-то на носу, тут кто-то. Пойдем. Пойдем, красавчик. Красавчик мой, пошли. Красавчик ты мой. Наконец-то. А то как дикобраз ходил. Вообще был как дикобраз. У нас сегодня холодно было, даже утром снег. Вот тоже в туи хорошо нос засовывать. Даже снег утром был. Но, правда, быстро растаяло все. Черемуха зацвела, одним словом. Че ты тут скажешь? Да, Кузь? Черемуха зацвела? Да. Вот. И черешня у нас цветет. Черешня. Вот это, по-моему, у нас вишенка. Но это еще, конечно, не точно. Я пока не очень могу определить. Листочки подлиннее будут. Потом скажу, где кто. У вишенки они покороче, а у черешни они длинные. Так, что у нас еще тут зацвело? Что у нас зацвело? Так, голубика пока сидит. Пока не очень. Ну, ладно, будем ждать. Ох, жимолость прям цветет и цветет, цветет и цветет. Да, чувствуется, ягод будет много. Кусь, ты что, задумался? Куда идти, не знаешь? Не решил? Да нет, мы в тот дом не пойдем. Нет, не пойдем. Вот такой красавчик. Вы вообще узнаете Кузю? Узнаете? Вот такой красавчик. Вот такой вот теперь стал. Да. Да. Я Кузю вчера возила в салон. Потому что я поняла, что если сейчас опять буду его сама мыть, то ничего и... Чифуля. Решил поздороваться. То ничего из этого хорошего не получится. Он опять будет или чесаться, или я его... не причешу, или он будет чесаться. Ну, в общем, будет ерунда. И решила я съездить с ним в салон. Вот еще какая черешня прекрасная, как цветет. О, Чифуль мой голос услышал, поет песня. Да? Чиф, ты где? Чифулька, ты где? А вот они где все. Ну вот они все где. Лежат, загорают на солнышке. Да! А ты песни поешь, молодец. Как раньше говорили, я помню, по радио. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени. Я, правда, не понимаю нифига, что это имелось в виду. Какая-то, наверное, шифровка для каких-нибудь шпионов. Или... Да, Чифуль? Ты всем говоришь, что 3 часа дня. Правильно. Молодец. Всем сказали, сколько времени. Так. Кузя куда-то побежал. У всех свои дела, все такие деловые. Одна я бездельничаю, хожу. Ой, Чиф, как гласистый наш
Ой, тоже вот эта черешня зацвела. Красотка. Красотка просто. Ну, я вам хочу сказать, ну вот в том году такое количество цветочков на сливе я не видела. Я ничего не хочу сказать, но, по-моему, в этом году у нас все ж таки и будет слива. Будем наблюдать. А, я поняла, куда Кузя побежал. Я же ему там покушать вынесла. А он не все съел. И он побежал доедать. Вот. Так, ну сейчас еще пройдем, посмотрим. Ой, как там все вкусно. А он все оставил. Так, сейчас еще пройдем, посмотрим, что у нас. Что у нас, что у нас. Да, и абрикос зацвел, вот этот вот большой. Большой-то уже зацвел, который высокий. Красота. Так. Груша начинает. Та, которая ранняя. Представляете, смотрите, какая красота. Прям вообще букетами. Прям букетами. Ранняя груша. Красота. Правда? Вот хожу, любуюсь. Вот. Ну-ка, что тут с моей любимой грушей? Которая малюсенькая. Которая вообще какая-то низкорослая. Но все время дает крупную грушу. Ну, тоже цветочки есть. Что-нибудь, наверное, нам даст. Ой, смотрите, какая спирея красивая. Правда? Необычная. Сейчас у нее листочки будут постепенно превращаться в зеленый цвет. А потом еще будут нежно-нежно такие розового цвета цветочки. Очень красивая. Прям вообще такое, прям яркое. Для весны, конечно, цвет необычный. Так, что у нас еще? Сейчас вам расскажу, что у нас еще. Эту грушу мы немножко подровняли. Эту мы немножко подровняли. Но и цветов все равно предостаточно. Наверное, тоже будет много плодов. Так, вот эта груша тоже интересная. Она вкусная тоже, вот это вот. Ну ладно, будем наблюдать, сколько ты нам дашь плодов. Так. Вот это крупная, очень вкусная тоже груша. Цветешь ты хорошо. А что будет дальше? Тоже неизвестно. Ну, правда, еще не цветет, еще только собирается, а цветет только вот. Начала цвести. Вот это ранее тоже груша. Вот она уже начала тоже. Вот. Ну вот, в общем, такие у нас новости с вами. С вами. У нас мы с вами поделились своими новостями. Ну а на концовочку я вам сейчас покажу, какое количество шерсти можно вычесать с кавказца. В общем, начесали почти целого кузьку. Вот. Вот такие у нас дела. На улице прохладненько, не очень хочется ходить. Кизил уже
доцветает. Но пока завязи не видно. Вот. Это у нас черемуха. Буйно цветет. Это у нас черемуха. Кстати, очень вкусная. Крупная и вкусная. Ну вот. Все вам рассказали. Все вам показали. Да? Кузьма куда-то сбежал. Вон он лежит, красавчик. Ты моя, Зоя. Красавчик ты мой. Да. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Всем пока. Смотрите дальше. Сколько можно вычесать шерсти с кавказской овчарки. Да, Кусь? Ой, не... Слушайте, телефон не передает. На коленку шикарно. Сел. Понятно, размеры. Шикарные размеры не передает телефон. Да. Вот такой целый Кузька. Получился, целую куську начесали. О, вот это да! Разве я это бы вычесала? Вот это да! Какие девочки молодцы!